Всем привет! Сегодня хочу закрепить вторую видеокарту к этому корпусу ПК. Идея заключается в чем? Мы возьмем вот эту вот видеокарту и попробуем прикрепить прямо к стеклу. Где-то оно вот здесь вот. Просверлим здесь два отверстия, одно там, одно здесь. И вот на вот такие вот болты. Попробуем как-то приколхозить. Ну, сейчас посмотрим. Поехали. Ну и вот что получилось. Вот так вот приколхозили. Да? Вроде бы пойдет. Уже лучше, чем на полу просто стоит. Ну, если будут кого-то идеи, пишите где-то там внизу. Кому понравилось, ставим лайк. Всем пока.